Ня-ня-ня, мы идем сюда. Ня-ня-ня. А кто это смотрит на нас? О, привет, ребята. А меня зовут Дракоша. Я Дракоша. А это мой друг Мишка. Здравствуйте, ребята. Мы вот здесь увлекательно играемся, даже не заметили вас. Кстати, скоро Новый год. Я решил поздравить своего друга Дракошу с Новым годом. С Новым годом, мой друг Дракоша. Тебя тоже. С Новым годом, Мишка. Спасибо тебе за поздравление. Ребята, мы решили снимать новые видео на канале моей лучшей подружки-девочки Сабинки. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на наш канал Сабинка Шоу. И смотрите новые приключения Мишки и Дракоши. А сейчас мы для вас читаем стишок. Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенки поет. Какая хорошая, какой хороший стишок. Мне очень понравился. А ты можешь придумать для меня стишок? Ну, я не знаю. Сейчас попробую. У меня хороший друг, звать его Дракоша. Мы с Дракошей крепкие друзья, будем веселиться. Какой хороший стишок. Давай я тоже придумаю, попробуй. У меня хороший друг, Мишка косолапый. Мы с ним по полю идем, шишки собираем. Молодец, мне понравилось. Давай, ребята, спросим, что бы вы хотели, чтобы мы поиграли. Напишите в комментариях. Мы вместе с моим другом Дракошей сделаем увлекательную игру. Разные челленджеры и конкурсы. И всем, кто будет участвовать в конкурсе, мы сделаем подарки. Да, сделаем подарки. У нас пока в комнате мало чего есть. Мы сейчас сделаем небольшой порядок. И у нас очень много появится, много разных штучек. Мы покажем всякие фокусы для вас. Так что, дети, подписывайтесь на наш канал. Да, подписывайтесь. Чу-ч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 у. Миша. Дракоша. Вместе мы друзья. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Всем пока.